350-летие со дня рождения Петра I – важнейший приоритет в работе Российского исторического общества на 2022 год. Поэтому не случайно, что в стенах интеллектуального центра фундаментальной библиотеки МГУ состоялся международный круглый стол «Создатель новой России», приуроченный к юбилею первого русского императора. Участников круглого стола приветствовал ректор университета Виктор Садовничий. Петр I действительно создал во многом новую Россию, сильную мировую державу, конкурентоспособную, готовую защищать свой суверенитет, свои интересы. И петровские преобразования затронули практически все сферы жизни и общественной жизни нашей страны. Он был мудрым правителем, делал ставку на образование и науку. В год 350-летия Петра по всей стране проходят десятки выставок, круглых столов и конференций. Изданы новые книги, подготовлены документальные фильмы. Как отметил в ходе круглого стола Сергей Нарышкин, многие принципы, заложенные Петром, сохраняют свое значение и сегодня. Наша страна по-прежнему не имеет права отказаться от своей ответственности за судьбу мира, не может согласиться на второстепенную роль в международных делах и уступить в борьбе за свои национальные интересы. Петр Великий видел Россию могучим, суверенным государством, равно принадлежащим и к Западу, и к Востоку. Нам следует твердо помнить эти исторические уроки. Также в ходе круглого стола ректор МГУ Виктор Садовничий зачитал участникам приветствие заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Мы вправе считать Петра I творцом новой России, который всего за четверть века кардинально изменил страну, ее геополитическую роль в мире. Многогранность его личности, целеустремленность и упорство в достижении целей привели к грандиозным преобразованиям в различных областях государственной и общественной жизни. Петр Великий видел Россию сильным и суверенным государством, в равной степени принадлежащим и Западу, и Востоку. При нем Россия бросила вызов одному из самых могущественных государств того времени, Османской империи, а также Швеции. И Петр, который, конечно, живет повсюду в Эрмитаже, имеет особый смысл и по-особому в Эрмитаже рассказан, потому что Эрмитаж – это одновременно и память о Петре, и это одновременно история формирования образа Петра с потомками императора. Там же в университете Сергей Нарышкин и Виктор Садовничий вручили дипломы 15-му выпуску магистров Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова. Наша страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории. Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за свое место в мире, за свое историческое будущее. И, несомненно, победа будет за нами, и успех России зависит в том числе и от вас, вложить профессиональные позиции на будущих местах вашей профессиональной карьеры, способности принимать очень точные, выверенные решения от вашей и ответственности, и инициативы. Высшая школа государственного администрирования была создана в 2005 году в соответствии с решением ученого совета МГУ. Ее основная задача – индивидуальная подготовка высококвалифицированных кадров для государственной службы в соответствии с международно признанными образовательными стандартами. Служба информации фонда «История Отечества».